Один мудрец однажды сказал, что время словно птица. Оно улетает, и его уже не поймаешь. Также жизнь человека проносится очень быстро. И, к сожалению, люди часто только в конце начинают ценить каждую минуту человеческой жизни. В Псалме 89 мы можем перечитать молитву Моисея. Там записаны такие слова. Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Следующее произведение можно сравнить с жизнью, которая бежит очень быстро. И нужна особая мудрость от Бога, чтобы управлять ею. Музыка Александра Свиридова «Тройка».